Пришли. Ничего больше не хочешь сказать? Думаю, некоторые слова и более искренние. С днем рождения. Забудь, я ухожу. Тебе разве есть что мне сказать? Сун Цзи подарил тебе подарок. Ты надела его, и вы сфотографировались с ним. Я думаю, я заслуживаю того же. Не надо. Что за ребячество? Уверена, что не хочешь повернуться? Не думаю, что твоя спина выглядит привлекательно. Ты знаешь, как... Что это значит? Здесь были розы, поэтому я одолжил одну. Какого черта? На самом деле я вдохновился детской площадкой. Возможно, нужно быть как дети, яркими и показными. Поэтому одногруппница Юань Цянь, ты будешь моей девушкой? Ты портишь имущество. Это краденое, я конфискую. А насчет вопроса отвечу тебе, когда сдашь экзамены. Юань Цянь. Спокойной ночи.